Друзья, всем привет! Сегодня для своей команды хочу записать видео на тему «Личный товарооборот 150 баллов. Трудно или нет?». Немножко предыстории. Я, когда была новичком и не совсем новичком, для меня личный товарооборот 150 баллов казался чем-то очень-очень-очень далеким. Я думала, что вряд ли я когда-нибудь смогу делать такой личный товарооборот, тем более каждый каталог. Но, слава богу, мне хватило ума понять, что этому можно научиться. Для тех, кто не знает, у нас в команде есть очень классный тренинг. Кстати, я одна из первых его проходила. И скажу вам так, что именно после прохождения этого тренинга я научилась делать эти баллы. Самое главное – применять те методы, которые нам дают наши наставники. Я расскажу в этом видео о методах личного товарооборота, которые применяю я. Для того, чтобы мои слова не были голословными, я для вас только что сделала два скрина из приложения Business Oriflame, которые, вот скриншоты, которые вам покажут мои личные баллы. Смотрите, это баллы, вот личные баллы, этот каталог. Я показала, что 9 дней до конца каталога у меня личных баллов уже 235. И прошлый каталог, личные баллы, вот здесь вот выделено, 295. То есть я не голословно это говорю, то есть вы видите, да, я делаю не 150, я делаю почти 300 баллов. Вот, ну, я просто делаю заказы очень разумно, собираю все плюшки, стараюсь выгоды, получаю дополнительные бонусы от компании за большие заказы. То есть это все можно просто изучить, просчитать и зарабатывать еще на этом. Итак, как же я это делаю? Смотрите, первое, что я сделала, это, конечно же, создала чат. Вот я вам прямо в режиме реального времени все покажу. Смотрите, у меня есть чат, вот он, называется «Выгодные покупки». Здесь у меня 16 участников. Сюда я скидываю самые-самые классные, сочные предложения текущих каталогов. То есть обязательно кидаю ссылку на каталог. Я обязательно скидываю ссылку на каталог. Вот смотрите, тут я скидываю разные предложения классные, сразу с ценами моими, да, то есть от цены каталога минус 20%, различные картиночки, какие-то сама делаю, какие-то нахожу на просторах интернета, самые классные предложения этого каталога, вот, и у меня периодически отсюда бывают заказы. Для этого я, конечно же, безусловно, загружаю каталог в альбомы, то есть вот он у меня есть, 15-й каталог прям в альбомах. Если этого вы делать не умеете, пишите мне, я расскажу, как это очень просто и быстро делается. То есть, чтобы у вас каталог был всегда под рукой. Дальше, то есть, первый метод, это, конечно же, чат совместно со своими друзьями. Немножко пару слов о чате хочу сказать. Смотрите, прежде чем создавать такой чат, неважно, ВКонтакте, это можно делать в Вайбере, в Телеграм, ну, где вам удобно, да, где большинство ваших друзей обитает. Предварительно, конечно же, нужно написать человеку и сказать, что вы его добавите. И периодически будете скидывать самые классные выгодные акции. То есть, чтобы человек знал. Потому что если сделать чат и никого не предупредить, люди просто оттуда повыходят. Особенно если каждый день туда спамить. Вот. Я это делаю буквально, ну, 2-3 раза в каталог, не чаще. Вот. Дальше. Второе. Конечно же, у меня есть страничка «Продавашка» в Инстаграм. Вот она. Это мое детище, я ее достаточно давно уже развиваю, где-то больше года. Вот как вы видите, у меня уже более 5500 подписчиков. Я ее развиваю каждый день. Часто спрашивают, откуда я беру картинки, да, посты. Отовсюду, где только можно. То есть это и группы ВКонтакте, это и картинки с самого сайта.
это и с других продавашек, да, то есть, ну, и просто на просторах интернета нахожу, и из каталога порой. Но, смотрите, очень важно, чтобы, если вы развиваете Инстаграм, то Инстаграм это все-таки визуальная социальная сеть, и для того, чтобы людям было интересно наблюдать, да, подписываться, чтобы они на вас подписывались, необходимо делать именно картинки без, ну, вот этих каталожных, потому что если на картинках будет много текста, то они будут непривлекательны, и человек просто не захочет даже на вас подписаться. Поэтому именно, чтобы, если вы выкладываете, допустим, помаду, значит, это помада, да. Если вы выкладываете, там, не знаю, туалетную воду, значит, это туалетная вода. То есть не должно быть каких-то там картинки, на которые наляпано 10 товаров сразу. Вот, то есть я ее развиваю ежедневно, я делаю подписки, я добавляю посты, я ставлю лайки по ленте, вот, ну и, соответственно, вот так вот она развивается. Отсюда заказы есть, вот, как бы невозможно не так часто, как хотелось бы, но они есть. Вот, это второй метод, который я активно использую, и также еще я сейчас стала выкладывать, я завела свой YouTube-канал, ну, уже достаточно давно, и сейчас я выкладываю на свой YouTube-канал обзоры, ну, обзоры своих заказов, то есть вот, вот обзор заказа. Подписываю их, да, на сколько баллов. Ну, то есть, вот здесь вы можете видеть. Вот обзор заказа. Вот обзор заказа. То есть, отсюда заказов пока нет, но я, в принципе, планирую, что, возможно, и через YouTube у меня могут появляться клиенты. Вот, что еще я могу порекомендовать для создания личного товарооборота? Это, конечно же, совместные покупки не только с вашими друзьями, но и с вашими родственниками, безусловно. Как это можно делать? То есть, смотрите, у нас в каталоге далеко не только, как многие привыкли думать, да, что Oriflame это только косметика. У нас в каталоге, помимо косметики, есть разные средства, которыми пользуются все. Например, мыло. Да? Нет человека, который не пользуется мылом для рук. Это гели для душа. А сейчас, особенно под Новый год, посмотрите, какие классные цены, плюс еще от этой красной цены вам скидка минус 20%. Шампуни, большие объемы, профессиональные серии, да, там всевозможные крема для рук, для ног, зубные пасты, щетки, детские, взрослые, дезодоранты, то есть, ну, полностью-полностью уход за телом, то есть это не только косметика. То есть, смотрите, как это можно все обыграть. То есть, вы договариваетесь со своими ближайшими родственниками о том, что вы не хотите на них зарабатывать, но вы строите свой бизнес вместе с компанией Oriflame, и вам для того, чтобы начислялся доход от построения бизнеса, вам необходимо делать 150 бонус-баллов. То есть это условия самой компании. И вы просто с ними договариваетесь, что они у вас приобретают все вот эти, даже я не говорю про косметику, да, мыльно-рыльные средства, которыми пользуется любая семья в любой стране. Ну, согласитесь, нет людей, которые не моются. То есть всем нужны шампуни, всем нужны гели для душа, пасты, парфюм всевозможный, там, я не знаю, да те же витамины, да, wellness. То есть вы просто договариваетесь с человеком. И я не думаю, что какой-нибудь ближайший родственник вам откажет. Родственнику, по сути, все равно, ходить в магазин каждый месяц за шампунькой, или вы ему будете эту шампуньку приносить, да, и да еще с вашей скидкой, да еще хорошего качества. То есть вам найти буквально 5-7 каких-то родственников, друзей, которые будут с вами делать эти совместные покупки. То есть они у вас заказывают со скидкой 20%, вы им ну, как бы, привозите, либо по почте, если это дальние родственники где-то далеко, вот, и в принципе, все. То есть, хотя бы вот эти, ну, грубо говоря, три метода, да, совместные покупки с
родственниками, группа, допустим, в каком-то мессенджере, либо ВКонтакте, либо еще где-то с друзьями, и продавашка, допустим, в Инстаграм. Это то, что делаю я. И у меня никогда не возникает проблем, как я вам показывала, с заказами.